Значит, то есть сейчас на такси. Я ее здесь могу, наверное, бросить, да, машину? Ага, все. Все точно? Все. Сколько? 75. Да. Ага. Ладно. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. А кто это такая? Это вот, который занимается, она старшая медсестра там. А я ее знаю или нет? Пожилая такая? Нет, она не пожилая, она ей лет 40. Старшая медсестра. Мне сначала куда с этими документами? В регистратуру? Нет, никуда. Только к ней. Сколько? Она к 10 подойдет. Ладно. Еще. Будет третья группа. Вторая, потому что очень через Казань. У вас могут снять потом. Ладно, хер с ним. А эту на год, а потом через год вот, еще платить тоже? Да. А потом уже бессрочно сделаем, через 2 года. Опять 75 платить, да? Да, а там уже 150 будет бессрочно. Потому что этот, деньги берегите, а потом уже бессрочно. У вас льготовая все на все будет, вы сами уже знаете, там у инвалидов льготовая все. Вот так. Ладно, все, спасибо. Все. Это никому не давайте, кроме нее. Перечитайте, пожалуйста, сразу все. Сколько тысяч рублей в итоге получается? Получается 10, 20, 30, 40. Дождайте 40 тысяч. Вы эти денежные средства выдаете добровольно? Вы их забираете? Нет, вы выдаете добровольно? Я не выдаю, вы меня забираете. Да, конечно.